Музее истории полиции состоялась встреча сотрудников с ветеранами органов внутренних дел. Начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Евгения Роньшина, совместно с председателем Совета ветеранов Александром Тарасовым поздравили с юбилеями ветеранов, наградили почетными знаками Московской областной общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, медалями за мужество и гуманизм и ценными подарками.